Полное описание и точная дата выхода 13 серии нового российского сериала «Балабол» 4 сезон. 13 серия сериала выйдет на телеканале НТВ 29 сентября. 13 и 14 серия. Постепшева, Грибанов и Саня едут в Сочи на международную конференцию сил правопорядка. Там Саня знакомится с сотрудницей израильской полиции Марьям, которая ему явно симпатизирует, и майором Джорджем Вилакази из Ботсваны. А Постышева встречает друга юности, Георга, и у них вспыхивают старые чувства. Когда Варвара внезапно исчезает и перестает отвечать на звонки, Саня с Грибановым решают, что ее похитили. Вместе с Марьям и Джорджем они отправляются выручать начальницу. Тем временем из колонии сбегает Петр Завьялов. Напомним, 13 серия сериала выйдет на телеканале НТВ 29 сентября. Нравится сериал? Ищите выхода новой серии? Тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых российских сериалах. Спасибо за подписку и лайки.